Действовал в интересах компании, заработал для нее же крупный штраф. Химчанин попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы использовать в работе КАМАЗ с неисправностями. Однако постовой закон не нарушил. Напротив, заявил о попытке подкупа. Представитель организации ЗАО «Мехтранстрой», действуя в интересах организации, совершил дачу взятки сотруднику ГИБДД за заведомое бездействие, то есть за непривлечение к административной ответственности за выпуск на линию автомобиля, который имеет технические неисправности. В отношении компании «Мехтранстрой» возбудили дело об административном правонарушении. Организация должна будет заплатить штраф – 1 миллион рублей. Сотрудник же попал под статью Уголовного кодекса. С нарушителем разберется суд.